Так, я не понял. А вы кто? Что вы здесь делаете? Я... Как бы... Здравствуй, папка. Какой нафиг папа? Мой папа. Глаза, обувь, плащ, отсутствие шарфа. Вот мама тебя таким и описывала же. Что ты несешь, а? У меня по здоровью не может быть детей, понял? Так у меня тоже, вот видишь, совпадение, не думаю. Где ж ты, батька, все это время был? Ты это подожди, подожди, алло. А у меня в жизни только одна связь была, после которой ребенок родиться мог. Алин. Мы даже внешне не похожи. Да, конечно, не похожи, потому что я пластическую операцию сделал, чтобы маме о тебе не напоминать. Ты вглядись, у нас же глаза одинаковые, вглядись. Свет разный. Зато форма один в один. Что-то я не понимаю. Ну? И что ты про меня знаешь? Все. Ты когда из душа выходишь, у тебя подушечки на пальцах морщатся. У тебя на пояснице след от резинки трусов остается. Стульчак в туалете ты же никогда не поднимаешь, батя. Один в один. Папка, ты знаешь, как тяжело нам без тебя было-то, а? Банк квартиру забрал. Матери так одной тяжело было, что она... Даже в передачу «Давай поженимся» ходила, чтобы денег занять, там не дали. Зина сама виновата. А чё она на мои письма не отвечала? Чего, а? Бать, у неё времени не было читать. Мы ж так бедно жили, что я сам за собой вещи донашивал. Мать 3 года вон успокоительное жрала. Это было единственное, что можно было поесть у нас дома. Да я даже в армию пошел, чтобы только сапоги на зиму были. Жалко, мамку туда не взяли, ножки отморозила. Прости меня. Прости меня, сыночек мой родной. Как последняя скотина поступил я с вами. Родники мой, да бери ты чего хочешь. Да хоть все из этой квартиры выноси, сыночек. Нам с мамкой жить негде. Может, ты квартиру на нас перепишешь, а пап? Нет, вот. Квартиру не могу, извини. Не могу я. После стольких лет наших страданий тебе жалко для нас квартиры, что ли? Ну, не могу я просто вот так вот взять эту квартиру и подарить. Не могу. Сережа, а чего это у нас дверь открыта? Как открыта? Дай я первый зайду. Шухер, ноги, ноги. Быстро в окно, быстро. Зачем, мать? Хозяева квартиры вернулись. Возле хозяева, а ты-то кто? Да бор я, бор. Воровать сюда пришел. Так, иди. Давай, давай, лезь. Стой, 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 стой. А. О, вот. Мамке от меня передай. Давай. Держу. 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 Давай.